Друзья, всем привет! Хочу сегодня поделиться с вами рецептом хрустящего ароматного печенья с кунжутом. Готовится легко и быстро, без использования миксера. Сочетание меда и кунжута просто волшебное. Данное печенье понравится деткам и взрослым. Советую сразу приготовить двойную порцию. Итак, давайте начнем готовить. Для начала нужно обжарить кунжут, постоянно помешивая около 3-4 минут. Растапливаем сливочное масло, смешиваем с медом. Мед выбирайте с ярким ароматом, прекрасно будет с гречишным или лесным. Добавляем одно яйцо комнатной температуры и аккуратно перемешиваем венчиком или лопаткой до гладкой однородной консистенции. Обязательно попробуйте кунжут перед началом готовки, чтобы он ни в коем случае не горчил и имел приятный аромат. Добавляем миндальную муку. Если у вас нет миндальной муки, можно перемолоть миндаль в кофемолке до состояния пудры. Перемалывайте импульсами, чтобы не получить миндальную пасту. Добавляем одну часть остывшего кунжута, перемешиваем. Вводим муку. Я использую муку зеленой гречки, можно также заменить на обычную пшеничную, рисовую или кукурузную, если вы хотите приготовить безглютеновое печенье. Перемешиваем до однородной массы и добавляем оставшийся кунжут. Теперь можно по желанию ароматизировать тесто, добавить цедру апельсина или лимона. Вот такое нежное тесто получается. Я добавила перемолотую цедру лимона. Лимон прекрасно сочетается с кунжутом. Очень удобно высушить цедру апельсина или лимона, перемолоть ее в кофемолке до состояния пудры и использовать тогда, когда вам нужно, она всегда у вас будет под рукой. Тесто накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник примерно на 1 час. Таким образом, с тестом будет очень легко работать, и оно не будет липнуть к рукам. Выкладываем тесто ложкой на пергамент, затем руками скатываем шарики. Из данной порции у вас получится около 13-15 печенек. Выпекаем в предварительно разогретой духовке. Режим вверх-вниз около 11-13 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке до румяного состояния. Печенье остужаем на решетке. При выпекании аромат на кухне стоит просто великолепный. Также тесто можно приготовить накануне вечером. Убрать на ночь в холодильник, а утром достать и дать постоять 30 минут при комнатной температуре. Готовое печенье храним при комнатной температуре около 3-5 дней. Желаю вам приятного аппетита!